Сегодня во всем мире отмечается необычный праздник – День неудачника. Как ростовчане относятся к неудачам, как к досадному недоразумению или возможности учиться на своих ошибках, выяснила наша съемочная группа. Для меня неудача – это положительный опыт, на который можно равняться и потом не допускать этих ошибок в жизни. Если что-то не получается, то нужно двигаться вперед как-то, наверное, так. На самом деле, все-таки неудача – это какой-то определенный удар. Где-то по самолюбию, где-то по личностным качествам. Неудача вообще – это что-то, что всегда есть в жизни, но нужно к этому относиться очень правильно. Не воспринимать их очень жестко и негативно, а смотреть на них с хорошей стороны. Я, как человек, который старается ко всему относиться с позитивом больше, стараюсь воспринимать это именно вот как новый опыт, который изменяет тебя каждый раз, когда ты сталкиваешься с определенными трудностями в жизни. Философски к ним отношусь, потому что иногда это, конечно, подбивает, лишает сил, а иногда это точки роста. Психологи советуют позитивно относиться к неудачам. Они позволяют нам учиться и открывают новые возможности. Потому главное не сдаваться, идти вперед, и тогда вы никогда не услышите в свой адрес обидное слово «неудачник».